Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 2 февраля 2016 года. И я получил в типографии новый выпуск газеты «Русские ворота». Сейчас я вам ее покажу. Вот такая получилась газета. Вот. В общем-то, ну, 4 полоски, как всегда. Печать достаточно хорошая. Газета рассказывает вот на двух страницах об открытии месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы. Что тут еще? Урок мужества. Дан старт. Отряд займется поиском расстрелов казаков. Здесь «Быть дружной семьей» интервью с Кокориным, заместителем, о приоритетах России. Последняя страница у меня, значит, православие и казачество, как получить бесплатную юридическую помощь на Кубани, ну и немножко рекламы. Вот такая получилась газета. В общем-то, печатью я доволен. Бумага газетная, нормальная. Печать чистая. В общем, читайте, спрашивайте в штабе Анапского районного казачьего общества и в магазинах, в торговом центре «Элит» на улице Краснозеленых, 15, и Стаханова, 5.